Ангарчане, имеющие земельные участки, могут рассчитывать на поддержку. Закон, подписанный президентом в декабре прошлого года, вступил в силу. Теперь участок в 6 соток и меньше облагаться налогом не будет. Если же площадь земли больше, то необходимо будет оплатить за остаток. Отдельные категории граждан могут получить налоговый вычет. Вычет применяется для таких категорий граждан, как герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, а также для всех пенсионеров. За подробной информацией можно обратиться в Ангарскую инспекцию налоговой службы. Вычет будет производиться до 1 июля текущего года.